Раз, два. Все, супер. Начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья. Хотел бы поздравить от себя в первую очередь с прошедшими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Пожелать еще раз уже под себя в вебинарной комнате в первую очередь здоровья, всех благ, благополучия. И самое главное – это силы терпения, потому что они нам в этом году, на мой взгляд, понадобятся, потому что этот год будет непростой не только для того направления, которое мы развиваем, но и вообще для всего мира. Меня зовут Суходоев Алексей, я являюсь членом общего правления SVC, то есть мы, как вы помните, переходим на логику ребрендинга. И поэтому сейчас в полной мере не расшифровываем аббревиатуру, но аббревиатура, рабочая расшифровка является Sky World Community, то есть мировое Sky сообщество. И это было согласовано предварительно с генеральным конструктором и с представителями головной компании, поэтому тут вопросов никаких не возникнет. Но это все пока что рабочие такие варианты, и даже вот оформление слайдов, которые вы видите, это, скорее всего, промежуточные такие варианты маркетинговые, потому что мы переходим и готовы перейти на, так скажем, режим тишины и в освещение бренда и неиспользование некоторых материалов. И вообще я могу сказать, что сейчас в первую очередь мы как представители... Так, очень тихо. Раз, раз, два. Все хорошо? Странно. Должно быть все отлично. Но у кого тихо, пожалуйста, у себя прибавьте. Потом посмотрите в записи, потому что у остальных все хорошо. И это все исходит из того, что мы сейчас, как я уже говорил неоднократно, в 2019 году, в особенности в середине и в конце, начинаем играть в очень серьезную игру уже на мировой арене. Поэтому проект развивается, технология развивается. Производство развивается, готовится запуск адресных проектов. И почему я говорю, готовится запуск адресных проектов? Потому что это исходит из информации, которую каждый из вас может с нами ознакомиться, прочитать в новой версии белой бумаги. Это white paper уже версия 1.1, как я понимаю, которая доступна на сайте www.svg.io, и там на одной из страниц было указано то, что с 2020 года начнутся уже, неизвестно, подготовка либо уже реализация, и догадки я тут строить свои не собираюсь, то есть хочется говорить только по фактам. Конкретно мы будем говорить только по тем вещам, которые знаем и имеем понимание. В общем, с 2020 года в дорожной карте написано, что будет происходить запуск коммерческих бизнес-проектов пассажирского и грузового направления. Что касается направления тех стран, с кем сейчас мы сотрудничаем в виде стратегического партнерства. И поэтому новая версия и была обновлена. И в том числе на этом вебинаре я остановлюсь, так как разработчики, по всей видимости, следуют сейчас в ногу со временем. И даже такие понятия, как квантовый компьютер и технологии блокчейн именно на основе разработок квантового компьютера были упомянуты. Ну, на нескольких страничках, даже на одной страничке, я бы сказал, но все же достойный факт, то, что все же веяния сегодняшнего мира замечены и учитываются. В 23:59 5 декабря наш проект перешел на 14:1 этап, и
так как определенные финансовые результаты были достигнуты по привлечению инвестиций. Также был запущен, наконец-таки, обратный выкуп для тех, кому за 75, то есть 70+, 75+. Первый обратный выкуп был в октябре 2019 года, и там же имели возможность обменять доли на токены. Первая категория людей, которые пожелали это сделать, и желающие также обменяли доли на реальные деньги по своему личному решению и по своему личному желанию. Сейчас также запущен обмен на токены, и многие мне задают вопросы и в социальных сетях, так как я неплохо разбираюсь в блокчейн-технологиях, нужно, Алексей, менять или не нужно. Я отвечу таким образом. Если вы считаете, что вы можете пойти на некий элемент риска и у вас долей достаточно много, то, пожалуйста, меняйте, но только по своему желанию, никому ничего не советуйте, потому что сейчас также очень серьезные такие разворачиваются игры, как на общем обозрении, так и закулисные вообще в мире блокчейн. Также на вебинаре я вкратце остановлюсь. Кого интересует информация полная по обратному выкупу, то есть кто, может быть, будет смотреть вебинар, пожалуйста, перейдите по ссылочке головной компании. И здесь смысла нет в логике ребрендинга, в логике и официального режима тишины. Но это не значит, что мы ничего не говорим, что мы как-то останавливаемся, затихаем. Нет, это стратегический режим тишины. И вообще это было издавна вообще общепринято, когда при боевых действиях генералы командовали идти в наступление. То есть наступление происходило внезапно. Поэтому мы сейчас должны с вами соблюдать корпоративный режим осознанной тишины для того, чтобы компания смогла вырваться вперед без всяких преград, без всяких атак недоброжелателей, троллей и так далее. Кстати, тролли, если вы присутствуете в чате, поставьте плюсик, наверняка вы в чате присутствуете, чтобы нам испортить постпраздничное настроение. И я хотел бы вам сказать, что на самом деле мир уже очень быстро меняется. Это, пожалуй, будет основной темой моего вебинара сегодняшнего, потому что темой вебинара является не освещение технологий инновационного транспорта, которые мы инвестируем, а все-таки все самое актуальное и интересное в мире Sky World Community. То есть рабочее название, пока что так будем называть. А что является самым интересным? В первую очередь это технология, которую мы финансируем, а во вторую очередь все, что может повлиять на развитие адресных проектов, все, что говорит о том, что в эту технологию необходимо инвестировать. И в 2019 году я ввел такой термин, как нематериальная мотивация инвестировать в проект, который мы с вами развиваем. Их становится все больше и больше. Давайте поговорим о 2019 году, об обложке The Economist. Я на самом деле неспроста эти две обложки разместил друг напротив друга, потому что вообще The Economist это такой влиятельный достаточно журнал, и часто говорят, что на обложке зашифрованы различные события, которые запланированы и будут происходить. То есть вот здесь вы видите Трампа в различных ипостазиях с геометрическими расчетами фактически его действий, его мыслей. И мы увидели начало торговой войны с Китаем в 2019 году. Вы видите различные упоминания об растениях, не будем упоминать на вебинарах, это тоже все развивалось в 2018 и 2019 году.
Вы видите диджитал экономику, то есть это смартфон. Вы видите электромобили, то, что все сейчас переходят, в принципе, по утвержденным директивам ввиду влияния изменения климата из-за выделения CO2. Все переходят на экологичное топливо. На прошлом вебинаре я упоминал метановое топливо. Это также развивается. И многое вы видите, что уже, в принципе, произошло. Опосредованно я могу сказать даже, что вот некие футуристичные здесь рисунки транспорта, но в какой-то мере это касается и того направления, которое мы с вами развиваем. То есть мы уже такими очень уверенными шагами начали развивать направление на высшем уровне в содружестве с серьезными партнерами на уровне правительства стран. И посмотрим на 2020 год. Здесь уже различные слова приведены, то есть даже не рисунки. Это Трамп, это Brexit, и причем это еще можно прочитать в текущем порядке. Но я хотел бы остановиться на Экспо, то есть вот внизу, если снизу смотреть, Е справа, и потом уже перенос на следующий абзац Экспо. Это Vision, то есть это видение. Это то, как должны развиваться инновации и то, как должен формироваться мир будущего. Мир и светлого будущего, и не нужно надевать розовые очки. За время участия в проекте я обрел даже на лбу морщины. Почему? Потому что я стал абсолютно таким оптимистом-реалистом. И четко понимая, что сейчас происходит в мире, к чему нужно готовиться. Поэтому я еще больше уверен в том направлении, которое мы развиваем. Видение это касается вообще, наверное, то, что изменит мир и то, что является основой технологического уклада, будущего технологического уклада. Вы видите ниже это даже упоминание о войне. И много достаточно, много слов можно прочитать здесь. Exit, то есть выход, а где есть выход? Выход, я вижу, это как некая финансовая тихая гавань. Как сохранить инвестиции, во что можно инвестировать. Потому что я вот могу сказать, что те, кто инвестировали в этот листочек растения, который упомянут в обложке 2019 года, и, допустим, держал инвестиции, сейчас находятся в пролете, потому что нет ничего статичного, если нет стратегии развития. В нашем направлении как раз-таки стратегия развития есть. И поэтому я хотел бы перейти и к следующему слайду, потому что в конце 2019 года я заметил такие упоминания в начале на англоговорящих ресурсах, то есть это The Drive, это The War Zone, это упоминание о неком генерал-лейтенанте Стивене Кваст, это, возможно, в будущем будет созвучено и вообще распиарено, как Илон Маск, никто этого не знает, но уже в информационное поле Стивен так вот потихонечку входит, всего лишь сказав в округе Колумбия, выступая в университете, что США разработали транспортную технологию, которая позволит доставить человека в любую точку планеты за час. То есть это очень смелое заявление. И ранее командование, военное командование США заявляло о том, что США разрабатывают прорывные транспортные технологии. Ну и спереди некоторые блогеры вот такую картинку упоминали, освещали. Я ее вставил, так как это как раз-таки про то, что мы с вами будем развивать в ближайшие годы. Это направление гиперскоростного перемещения. И направление гиперскоростного перемещения на самом деле будет основой для той концепции,
общепланетного транспортного средства, которое является главной целью генерального конструктора той корпорации, которой мы помогаем. И в отличие от заявлений различных правительств, то есть тут не будем делать упор на США, не США, нет прослеживания четкой стратегии, а как к этому прийти. То есть есть некий вброс информации, но что делается и что происходит, не освещается. На самом деле мы сейчас также этому учимся. Это называется режим тишины. То есть самое вкусное, самое сочное, то, что можно уже объявлять, оно объявляется. Оно запускается во все средства массовой информации. Смотри, 2019 год, когда было запущено, что правитель Шарджи уже посетил и чуть ли не благословил инновационный центр той технологии, которую мы финансируем. То произошло, другое произошло, все в средствах массовой информации, даже на TED Talks упоминали. TED Talks имеет огромнейшую аудиторию, и в том числе молодежь, которая сейчас подрастает и формирует новое поколение инженеров, новое поколение ученых, новое поколение бизнесменов. Я сам смотрю часто прямые трансляции именно на английском языке, потому что это действительно очень такая здравая среда инноваций, которые рождаются и меняют мир. И там технология была представлена как раз-таки нашими стратегическими партнерами. Это огромное достижение. Я могу сказать, что это достижение, наверное, на уровне как в твите одного из высших государственных правителей Арабских Эмиратов в 2019 году. А нас, как именно о технологии, которую мы финансируем, было упомянуто. То есть это не купишь ни за какие деньги. Это либо есть партнерство стратегическое, либо его нет. Либо есть понимание, что движемся дальше и преодолеваем все, потому что игра начинается серьезная, игра начинается геополитическая. Я не хочу здесь никого стращать, но события начала этого года говорят сами за себя, к сожалению. Потому что те автоматизированные пилотные средства, которые были созданы человеком, и казалось бы, они могут делать инспекцию, например, на нефтепромыслах и предотвращать различные аварии. Но если такие вот инспекторы летающие были, к примеру, на Чернобыльской АЭС, возможно бы и последствия были бы намного меньше. Я то же самое могу сказать про Фукусиму. Но, к сожалению, то, что было создано человеком-инженером, не всегда используется во благо. А я могу сказать, почему не используется во благо. Потому что эти все летательные аппараты, они не подконтрольны. Они могут использоваться как угодно. Нет никакой блокчейн-экономики, которая регулировала бы их полеты и имела бы открытый код, допустим, чтобы люди понимали, что эта технология создана действительно для индустрии, для промышленности и не использовалась бы для военных целей. В этом также ценность тех блокчейн-технологий, которые сейчас уже в мире появляются и развиваются, кто с 2016, кто с 2017 года. И как раз-таки призвание того направления, которое мы развиваем, является объединение, то есть унификация. Унификация тех направлений, которые сейчас разрознены и которые невозможно, не объединив, не перевести на следующий уровень развития. Это касается и транспортной услуги, это касается и недвижимости, и электричества, и электронной коммерции. Если говорить про электричество, я провел свои короткие новогодние каникулы в Африке, и вы знаете, что я неспроста выбираю точку дислокации как туриста даже. Мне было интересно посмотреть на страну изнутри, то есть на островной континент. Потом я планирую и островную часть, не континент, извиняюсь. Потом планирую и континентальную часть Танзании посетить, потому что огромный потенциал. И в Занзибаре, например, где я был,
Там электрические кабели были проложены под водой. То есть представьте, насколько это дорогостоящая процедура. Это фактически, что сегодня построить, там, к примеру, туннель под водой, это как трансатлантический кабель был раньше проложен. Но если бы его не проложили, не развились бы биржи, не развилась бы телекоммуникация, не развилась бы телефонная связь, и человечество не шагнуло бы вперед. Но далее не будет никто прокладывать под водой никакие кабели. Будь то это отсталые страны, будь то это сверхпрогрессивные страны, потому что появится технология, которая объединит электрические силовые кабели, Wi-Fi, нефтепроводы, газопроводы в одну систему, в одну сеть. И более того, это будет защищенная сеть, в том числе защищенная на уровне как инженерии в виде железа, в виде пластика, так и программной инженерии в виде блокчейн направления. Я думаю, что настанет время, что на острова будут прокладывать просто либо на плавучих опорах, либо под водой, если небольшая глубина относительно, именно трассы по тому направлению, которое мы развиваем. То есть это не только транспорт, это прокладка инфраструктуры и вообще протягивание электричества, протягивание водопровода, газопровода и других систем жизнеобеспечения, которые невозможно себе представить в современной жизни человека. И есть такой дом чудес, вот так вот называется, это здание, где впервые в Занзибаре был сделан водопровод, впервые было запущено электричество. То есть вот это действительно называется Дом чудес. Но такие чудеса, они должны стать реальностью и обыденностью в странах третьего и даже четвертого мира, в странах, которые сейчас супер бедные. И поверьте мне на слово, все равно найдутся инвесторы, которые будут выстраивать инфраструктуру. Почему? Потому что мир ожидает суперкризис. И об этом многие говорят. Сейчас события между Ираном и США разворачиваются очень непредсказуемые и очень спонтанные. Никто этого не ожидал из обычных людей, которые начали 2020 год. И куда это все приведет, каким коллапсом экономики, никто не знает. Но разыгрывается определенный сценарий. Я не буду говорить ни про политику, ни про геополитику, потому что это не тема нашего вебинара. Тема нашего вебинара – то, что на сегодняшний день происходит в мире и как инновации, которые мы развиваем, смогут этот мир спасти, развить и приумножить именно потенциал и те ресурсы, которые внутри мировой экономики вращаются. Я приведу вам очень простой пример. Вторая мировая война, и да, вот такой пессимистичный сценарий сделаем, потому что многие тоже задают вопросы по поводу Ирана, США, то есть в Фейсбуке спрашивают, как это повлияет. Это не повлияет до тех пор, пока это не выйдет за рамки вот этого ближневосточного конфликта. Но когда это выйдет за рамки, присоединиться могут такие серьезные мастодоны, игроки государства, то это повлияет на все. Но тогда уже сильные мира сего будут искать, а что же может спасти их капитал. И как раз-таки капиталы направляются богатыми людьми всегда в развитие инфраструктуры. Даже в условиях войны, даже в условиях кризиса. Это да, сохранение
в виде золота, цифровое золото. Сейчас биткоин, сейчас именно также развивает различные майнинговые направления, выкупают. И да, абсолютно, Ленар, мастодонт — это типа слона, то есть это достаточно такие мощные животные, и я могу сказать, что сравнение я привел, я не оговорился, это действительно так и есть. И будут направляться деньги в те инфраструктурные направления, которые мировую экономику смогут раскрутить. То есть после Второй мировой войны это было строительство небоскребов, это запуск металлургического производства, это запуск судостроения, это строительство жилого сектора по американской недвижимости в том числе. И мы помним самую такую дорогую сделку в мире недвижимости, это Манхэттен, то есть очень такая серьезная сделка. И дорогие в будущем сделки будут по линейным городам. То есть это тот чистый лист, который сейчас не затронут. И не затронут ни инфраструктурой, то есть туда просто будут направляться деньги, и будет выстраиваться новая инфраструктура чистого белого листа, потому что когда все рухнет, на руинах не всегда удобно будет выстроить. Это мое предположение, это в некоторой степени прогноз, потому что вот направление линейных городов будет очень высококапитализируемое и прибыльное направление для крупных инвесторов и, соответственно, для тех людей, кто на ранней стадии сейчас инвестирует в то направление, которое мы развиваем. Ну а если говорить про космизм, вернемся к этому слайду, то сейчас уже негласно оповещают, предупреждают, что начинается великая космическая гонка. Но вопрос, как и к Илону Маску, если он заявил о гиперскоростях, то необходимо в плане инженерии показать, а как к этой гиперскорости можно прийти, а не запускать какие-то студенческие конкурсы, соревнования. Но на самом деле в мире корпораций это общепринято, и я могу привести пример Microsoft даже, когда разрабатывался продукт Internet Explorer, а он разрабатывался, ну, буквально был такой формуляр, разослан Биллом Гейтсом, это немножко лирическое отступление для общего кругозора, всем работникам компании после того, как Гейтс после отдыха все-таки понял, что интернет наступает уже на пятки, и его модемное соединение, его Messenger Network System не заработает и не принесет никакие прибыли. Поэтому он быстро стал реагировать и среди отделов разыскал тех молодых ребят, которые были в этой теме, и сделал сырейшую версию Internet Explorer. И только через несколько версий родился новый продукт. Это я могу сказать про то направление гиперскоростного транспорта, которое сейчас развивает. То есть это продукты, которые невозможно на сегодняшний день использовать абсолютно. И если посмотреть на картинку инфраструктуры Земли, то это реальная сеть. Это абсолютно разрозненная сеть. Это разные уровни. То есть первый, третий, Земля над Землей, в воздухе. И нет какого-то среднего. И как раз-таки то направление, которое мы развиваем, это промежуточный уровень, которого на сегодняшний день не существует. Это чистый абсолютно рынок, за который будут бороться многие и многие компании. Но только, повторюсь, те компании, которые имеют долгосрочную стратегию, смогут показать наилучшие результаты в этой гонке и окутать земной шар новой сетью инфраструктуры. В нашем случае это объединенные транспортные сети и вообще все сети, всей инфраструктуры мировой. То есть вот на слайде для киргизов, если не ошибаюсь, вначале представил
из своей головы, что будет, на мой взгляд, объединено. И представьте, насколько большая будет капитализация, когда какая-то корпорация объединит в одном начале все эти направления. Потому что как появляются новые какие-то, да даже я возьму бесполезные устройства. То есть вот у меня есть Surfit меткой защищенная, типа как кошелька, в нем я храню визитные карточки, ну для того, чтобы мошенники не воспользовались считыванием с моих визитных, с моих кредитных карт, Visa, MasterCard и так далее. И сейчас объединили это устройство с аккумулятором, то есть можем подзаряжать также телефон. Подумайте, что будут больше покупать? Либо просто кошелек с защитой, либо кошелек, через который можно зарядить. И, да, там будет заряд буквально на пол зарядки, наверное, хватит максимум на одну зарядку. Но покупать будут больше то, что объединило в себе несколько продуктов. Поэтому та корпорация выиграет в дальней гонке, которая объединит в себе несколько направлений и станет платформенным решением. И это я назову, наверное, уже таким трендом транспорта над землей, который мы финансируем в 2020 году, создание мультиплатформенного решения. То есть это и блокчейн, это и гумус сельское хозяйство, это и солнечная энергетика, это альтернативные источники энергии, это новые виды движителей, это новые, использование новых видов топлива и многое-многое другое, что сейчас тестируется. В белой бумаге вы наверняка прочитали, кто читает по-английски, что технология, если говорить, допустим, про квантовый компьютер, всегда будет востребована, если она всегда будет тестироваться. И наша технология как раз-таки всегда, каждый день, я думаю, на выходных, на праздниках она тоже тестируется на тестовых участках в Мариной Горке. То есть это наш, если говорить на языке программистов, фреймворк, это наш испытательный полигон. И не у всех компаний есть такая возможность иметь такие достаточно компактные испытательные технологии, которые можно масштабировать менее чем за год, что и было сделано в Арабских Эмиратах для других условий, для другого климата. А мы все понимаем, что у нас есть и еще очень холодные условия климата, в отличие от очень жарких, очень влажных и с песком. То есть это будут совершенно другие испытательные площадки, и до этого мы тоже обязательно дойдем. Поэтому то, что сейчас мы с вами финансируем, является действительно наиболее перспективным ввиду того экономической неопределенности. Я бы не назвал ее кризисом, я бы не назвал какими-то падениями рынка, хотя падения рынка были в 2019 году и в конце 2019 все выстроилось. Сейчас все достаточно стабильно, даже идет в некоторой степени на рост, но это связано с сезонностью в большей частью также. А крупные инвестиции будут направляться на те направления, которые не связаны с сезонностью. И транспорт, инфраструктура, они не связаны с сезонностью. Так же, как и сфера рестораторской деятельности, пищевой индустрии, развлекательной также сферы. Мир всегда, люди всегда будут перемещаться, есть и развлекаться, независимо от каких-то экономических кризисов. Поэтому мы с вами движемся в очень правильном направлении, несмотря на то, что я, казалось бы, не произнес ни разу и пока что и не показал ни разу того направления, которое мы развиваем. Вообще на отдыхе я даже рад, что вот у нас такой ребрендинг происходит, потому что меня не воспринимают как, знаете, зомби. Что я показываю подвижной состав, я начинаю фанатично говорить,
Я говорю простым человеческим языком, не показывая и не агитируя ни на что, чем я занимаюсь и как это изменит мир. И человек, которому рассказываю, уже сам принимает решение, считает ли он так, что это действительно изменит мир. Если он считает, то он наверняка будет инвестировать, либо не считает. И мы остаемся в хороших отношениях. Я думаю, что вам в вашей повседневной жизни это очень поможет, потому что какие-то друзья даже пока что не вовлечены в наш проект и могут быть не вовлечены даже когда наш проект будет в полной мере в виде коммерческих адресных проектов реализован. Но с друзьями нужно оставаться друзьями и не агитировать на них. В этом еще один плюс ребрендинга я вижу. В конце 2019 года в вебинаре я, напомните мне, сколько плюсов ребрендинга отметил? Вроде бы 5 или 6. То есть вот уже, наверное, 6 или 7 плюс ребрендинга. И мы эти изменения на самом деле видим, мы их предвидели, как руководство Skyway Capital, и в том числе идеей было быстро обучаться, чтобы эти изменения не влияли на развитие нашего бизнеса и на привлечение инвестиций. Поэтому одна из новых стратегий SWC на 2020 год – это будет то, что отметило издание On Air, описывая также и ту компанию, которую мы сейчас помогаем посредством нашего финансирования в инновационные транспортные технологии. Это образование. То есть люди сейчас привыкли обучаться на ходу, в мобильном режиме, в лайфстайле, так скажем. И онлайн-платформы, агрегирующие учителей и учеников, сейчас чуть ли не в топе у тех, кто хочет постоянно совершенствовать свои навыки и знания. А это, кстати, тоже тренд 2020 года. Поэтому еще в 2019 году мы начали готовиться к тренду, который является трендом 2020 года. И поставьте от 1 до 10, насколько это действительно круто и насколько это попадание в десятку. То есть я, как и говорил, будет специальный, можно назвать ректор, можно назвать декан, то есть человек, который будет заниматься, он уже занимается переговорами с различными тренерами. И что нам с вами понадобится? Вот просто напишите даже в чате, кому продажи понадобятся, кому нужно научиться говорить хотя бы так же, как я, а я не верх профессионализма в ораторском искусстве и в речи, хотя ходил и на обучение. Кому, может быть, нужно обучиться менеджменту, чтобы привлекать на свои знания людей, обычных бизнесменов, обычных предпринимателей. Просто напишите навыки, и очень интересно потом почитать. Я думаю, что настанет такое время, когда мы запустим и опросник, когда, допустим, сферы будут исчерпаны, а исчерпать их невозможно, потому что люди всегда хотят получать новые компетенции и новые. Вот трафик, Ольга упоминает, трафик обязательно будет, и уже эксперимент в конце 2019 года удачно начался. Тут уже момент обработки трафика, то есть вот если вы научились трафику, то есть привлекаете, к примеру, 20-30 лидов, это не какие-то голые слова, это реальные результаты. Лид – это один человек, который оставил вам контакты. То если не знаете, как через телефон продавать, то эти лиды просто сгорят, либо протухнут, если вы не пообщаетесь вовремя с человеком. То есть нужно обрести ряд компетенций для того, чтобы быть успешным в том направлении, в том бизнесе, которое мы развиваем. Но мы, как Skyway, как SkyVault Community, не будем отступать от инвестиционной стратегии в логике инновационного транспорта и его инфраструктуры. Это наше главное отличие от других инвестиционных фондов. И поверьте мне на слово, вообще вот просто
Вот так вот мы могли бы запустить различные инвестиционные направления, но не можем допустить отвлечения инвестиций, отвлечения внимания. Но для тех людей, которые будут выполнять определенные условия, и это будет как часть промоушена, мы будем делать закрытые клубы. Закрытые клубы будут уже обладать информацией, куда дополнительно можно инвестировать, но не будет никакой реферальной программы. Это будет как высшая точка именно воронки продаж. То есть вот представьте, вы приглашаете сейчас в наше направление человека, и что вы можете ему предложить? Вы можете ему предложить конвертируемый займ, прорывную технологию, куда будут инвестировать миллиардеры, когда будет просто экономику вот так вот трясти. В принципе, заманчиво звучит, но если вы потом ему также говорите, что в дополнение он получает доступ к онлайн-базе обучения с теми преподавателями, которые сейчас ценны на рынке и которые заключили договора, контракты именно с нашей площадкой обучения и будут также улучшать обучение, потому что они также заинтересованы продавать больше обучения и продвигать больше своего продукта, потому что у нас сформирована огромная такая вот децентрализованная система из людей по всему миру. Более чем 200 стран, напоминаю. И я даже не беру пассивных людей, я беру лидеров, которые находятся в этих странах и могут применить не новый продукт, это ни в коем случае не новый продукт, а одну из новых дополнительных стратегий. Это, знаете, как бустер такой. Когда происходят гонки, и топлива уже не хватает, чтобы вырваться вперед, и нужен некий ускоритель. Вот эта вот стратегия как раз-таки является ускорителем, и она нас ускорит. Она ускорит наши продажи, она ускорит закрытие сделок, она ускорит сокращение времени на привлечение партнера, сокращение стоимости за лид, потому что продвигать стратегию обучение намного проще, чем продвигать только инвестиции в инновационные транспортные технологии. Также изменятся, видоизменятся и наши конференции. Мы будем активно к этому стремиться и будут преобразовываться в бизнес-форумы. В бизнес-форумы вообще для всех предпринимателей. И это будет интересно, потому что это я видел на примере государственных бизнес-форумов, которые я посетил даже в своем городе. Буквально по вершкам были пройдены темы, но набирались целые стадионы. И для чего этот бизнес-форум вообще вот организовывали Министерство экономического развития там и так далее? Для того, чтобы в эту воронку продаж впустить бизнесменов и для того, чтобы простимулировать больше экономику в регионах посредством запуска бизнеса. В этом случае мы можем получить новых специалистов, которые могут родить новые направления для наших закрытых клубов. Но, повторюсь, это не будет реферальная система. Что касается партнерской программы, мы будем масштабировать элементы краудинвестинга, оставляя чистым, белоснежным репутацию только на инновационные транспортные технологии. Все, что касается остальных направлений, это будет именно сообщество, именно комьюнити. И представьте, насколько, допустим, Дон Педро с Бразилии захочет просто инвестировать в инновационные транспортные технологии, потому что он понимает, когда он инвестирует определенную сумму, либо выполнит условия по развитию своей структуры, он попадает закрытый клуб, где уже достаточно вкусные предложения. Я думаю, неплохая воронка продаж, и это привлечет внимание в том числе и крупных инвесторов, которые будут инвестировать, даже не понимая продукта, но понимать они его будут, когда будут запускаться уже коммерческие проекты и будут перемещаться внутри него чисто в виде пассажиров. Напишите от 1 до 10, как вы вообще поняли это направление. Я не буду спрашивать, как вам оно, потому что здесь вообще, в принципе, ответ очевиден абсолютно. И многие спрашивают,
Так, еще, коллеги, напишите, пожалуйста. Многие спрашивают также про крипто направление, про новую версию белой бумаги. Я могу сказать, что действительно в ногу со временем была выпущена новая версия белой бумаги. Некоторые вещи были убраны, я бы их снова вернул. Но я думаю, что это не конечная версия, это некая версия очередной yellow paper, то есть это пока что не white paper, для того, чтобы потенциальные будущие сподвижники SVG токена понимали, а зачем его развивать. И на вашем месте я лично таким образом буду делать. Не надо, и не то, что не надо, нельзя обещать никаких прибылей в направлении токенов. Это запрещено, потому что на самом деле это сразу попадает и под регуляцию, и вообще это негуманно, это не экологично, потому что вы не знаете, как себя поведет криптоэкономика, это достаточно рисковый рынок. Вы не знаете, как себя будут позиционировать в будущем регуляторы, и сейчас вообще инициатива 5AMLD развивается, то есть это 5AMLD, это означает, что все криптовалютные биржи в обязательном порядке должны будут исполнять новые правила, и те, кто откажут, будут признаны незаконными. Это регуляция и контроль и криптовалютных бирж, и онлайн-кошельков некоторых отдельных лиц. Финансовые регуляторы далеко не глупые люди. И все это они делают на самом деле из благих целей, чтобы не происходили те события, которые бы подпитывали те организации, которые запрещены на территории Российской Федерации, на территории других стран и которые совершают различные атаки. То есть в целом это достаточно правильные движения, хотя и будут ограничивать криптоэкономику. И мой совет еще раз, кстати, вот насчет перевода на русский белой бумаги, не факт, что он будет вообще, потому что позиционирование, как я, если правильно помню, идет именно на иностранный рынок, то есть это не на русский рынок, и сейчас дают возможность обменять некоторое количество долей на токены, так скажем, в элемент доверия компании, в элемент именно ожидания того, что написано в белой бумаге, сбудется. Потом мы увидим, я думаю, и выпуск security токенов, и, наверное, сотрудничество с какими-то стеблкоинами. Я не уверен, что за короткий промежуток времени можно будет запустить свой стеблкоин, но это все зависит от сил разработчика. По этому вопросу у меня, в принципе, никакой информации нет. Это даже хорошо, потому что иначе бы это отвлекало от того направления, которое будет дополнительной стратегией, потому что основным направлением было, есть и будет это привлечение инвестиций, что касается SWC, Sky World Community, как рабочее название. Поэтому этой цели мы и будем следовать, не отвлекаясь на другие инвестиционные направления и увеличивая наш потенциал привлечения инвестиций в месяц, запуская новые страны, привлекая к деятельности новых амбассадоров, то есть послов SWC в различных, даже самых экзотичных странах. И в этом направлении мы готовы и более чем намерены двигаться со значительным увеличением наших результатов. Ну, вот такой вот получился вводный вебинар. Заметьте, я ни разу не упомянул новости. Я сделал упор то, что сейчас происходит в мире, как это может повлиять, как можно от этого спастись и какой потенциал несет та технология, в которую мы инвестируем. Ну, просто ответьте да, нет, мотивирует ли это инвестировать. С теми людьми, с которыми я общаюсь, это мотивирует спросить, даже если не инвестировать, а каким направлением ты вообще занимаешься. И тогда действительно начинается
разговор. Поэтому то, что мы сейчас переходим на этап корпоративной тишины, на этап очень такого скрупулезного управления репутацией, это хорошо. Потому что это позволит избежать всех трудностей и всех возможных неполадок нашей краудинвестинговой системы. И мы будем очищены даже от той ржавчины, которая насела на нас в плане каких-то финансовых операций, в плане, может быть, каких-то юридических схем за годы существования нашей краудинвестинговой системы. И вот это вот режим тишины, режим соблюдения регламентов и следования направлению управления репутацией, как пескоструем эту ржавчину, насевшую на нашу систему, обязательно очистит. Чего я вам и желаю, на самом деле на вас по-другому люди посмотрят, которые уже даже и слышать не хотят про то направление, которое вы успешно развиваете со всеми нами. Потому что когда заходишь с другого угла, начинается совершенно другой разговор. Поэтому благодарю за внимание. Сейчас я готов ответить на 3-5 вопросов максимум и будем завершать, дабы экономить время каждого из нас, потому что в этом году сил, терпения и здоровья нам на усиленную большую работу. Вы сами поменяли свои доли на токены? Скорее всего, я сейчас не скажу, что я прям поменял. Я буду менять, так как мне позволяет мое количество долей поменять токены на доли на токены. Если бы у меня было, например, 1 000 000 долей и все, я бы не поменял. Скоро ли возможна продажа токенов? Не обладая информацией, Вячеслав. Так, скоростная в Абу-Даби. Да, по предварительной информации в Абу-Даби. Там будет вообще мировой центр строиться. Именно по той технологии, направлении, которое мы развиваем. Исправьте на 8 января 2020. Ну, наверное, вы имеете в виду название презентации. Благодарю за внимание, но значит внимательно слушали. И весь вебинар, надеюсь. Пенсионеры могут поменять на деньги? Да, конечно, то есть эта акция и была запущена для родившихся до 31.12.1944 года включительно. Можно провести обратный выкуп, но не более 500 тысяч долей. То есть это примерно 6 с лишним тысяч долларов. Когда начнется обучение? Готовим. Как говорится, не показывай дураку незаконченную работу. Я имею в виду наших недругов, недоброжелателей, которые и на это тоже стратегию накинутся. Где тогда информация? Информацию я еще раз брошу. Она на сайте головной компании. Вот, пожалуйста. В Skyway Capital это также появится, но чуть позже, если пока что нет. Еще вопросы? В первую очередь я хотел бы такие сложные вопросы услышать, что действительно людей интересует и, может быть, гложет сомнениями, потому что это наша миссия отвечать на подобные вопросы. Коллеги? Коллеги, еще вопросы. Вопросов должно быть много, чтобы их не осталось. Обучение будет платное. Что-то будет платное, эксклюзивное. Кстати, будут мастер-майнды. Вы знаете такое понятие, как мастер-майнд? Будут выездные сессии. И то, что вот у нас было с Юрой Галатой, то, что у нас с Вистурсом было, вам покажется детским садом по сравнению с тем, что будет. Хотя было неплохо, согласитесь.
для чего менять на токены? Так как экономика меняется. Елена, я могу сказать, что сейчас вообще вот время ICO, время потом было IEO, то есть Initial Exchange Offering, то есть на биржах. Потом СТО так и пока что не запустилось, ну, идет в таком закулисном режиме. И в 2019 году очень сильно раскрутилась децентрализованная финансовая экономика, то есть DeFi элементы. То есть это синтетические активы уже на основе биткоина, на основе эфириума, ну, в основном это эфировские активы, которые также копируют и ведущие фиатные валюты, и даже ведущие криптотокены. Гельсиня, я думаю, что вы не зря так поступили, потому что вам наверняка подсказала интуиция. Но, повторюсь, если у вас миллион, либо там ровно 550, я бы не стал этого делать. То есть это не мой совет, я бы просто сам вот так не стал. Вообще, советов я не буду давать никаких финансовых, полный дисклеймер. Если уже менял на токены, еще можно обменивать. Да, конечно. На токены будут начисляться дивиденды, на СВГ нет. Это utility токен, и вообще там и о прибыли не стоит говорить никакой. То есть время покажет. Utility токен, который востребован, он начинает котироваться на биржах. Но от этого он и востребован, потому что им пользуются. Обратно можно поменять? Нет, только в одну сторону. На обучение было очень здорово, как онлайн и особенности в онлайн. Артем говорит, и я абсолютно согласен. В особенности могу сказать про ораторское искусство. Для меня было очень полезно, хотя опыт в этом большой. Но представьте, насколько наимощнейший опыт к совершенствованию будет, когда будет обучать именитый тренер. И в этом также благодарность ребрендингу, то, что нам не нужно будет подстраивать презентации под наш продукт. То есть все вовремя, все в трендах, и даже эфириум переходит на версию 2.0 для того, чтобы в будущем мы смогли использовать его для огромного количества транзакций в секунду. EOS, кстати, я могу сказать, на который делали ставку по блокчейн направлению, которое я когда-то развивал, сейчас не показывает ожидаемые результаты, потому что нет такого направления, которое смогла бы впитать всю инфраструктуру. А вот эфир 2.0 делается уже определенные там технологии, и Виталик Бутерин заявил, что уже 160 тысяч транзакций в секунду уже возможно в ближайшее время. Это огромное количество транзакций в секунду и поменяет очень серьезно индустрию криптовалют, потому что многое строится на эфире. Немного непонятно, при запуске обучения останется ли партнерская программа. Это не отдельный продукт, это дополнительная сопутствующая стратегия. И эта стратегия будет зашита в основные инвестиции. То есть это дополнительная ценность. Поэтому ответ да. Но это не будет отдельным продуктом. Сначала дали выкуп акционерам с 2014 года, сейчас пенсионерам. Почему такая непосредственность? Не дали выкуп с 2016 года и далее. Абсолютно последовательно, потому что в 2014 году, Юрий, люди рисковали своими деньгами, когда были только картинки, когда были только старые монографии. Пенсионерам, потому что многие люди уходят из жизни, и компания считает своей обязанностью оказать внимание тем людям, которые нуждаются в этом. И следующие обратные выкупы тоже будут, потому что крупные инвесторы хотят выкупать все больше и больше, но вопрос, а стоит ли продавать? Вопрос открытый. Период обмена до 31 числа, если не ошибаюсь.
Да, до 31-го. И что касается токенов, ограниченное количество при достижении 25 миллионов токенов обмененных. Так, вопросы. Я думаю, заканчиваем. На крайние два отвечаю. Верно ли, что токен СВГ электронный вариант акции SkyWay? Нет, абсолютно неверно. Это utility токен. Это токен, который будет использоваться в сети Transnet. Как некий жетон, как некий элемент, как некий кирпичик. Благодарю за внимание. Я надеюсь, что этот вебинар вам понравился, несмотря на то, что я не использую никакие элементы картинок подвижных составов. От 1 до 10 по традиции поставьте, пожалуйста. Оцените качество вебинара, оцените качество преподносимой информации. Ну а все новости об том, что происходит внутри головной компании, вы можете узнать из новостей Михаила Кириченко, который замечательно в 5-минутном режиме все освещает. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч на живых мероприятиях, на конференциях. И 2020 будет прорывным. Сил, терпения и здоровья нам. Всем счастливо.